привет, меня зовут Роман, и сегодня на обзоре у нас вот такая венецианка и воск от компании Feidal, и вот такие откосы, покрыты этой же венецианочкой. Почему венецианка на откосы, я сейчас объясню на одном таком конкретном примере. Допустим, у нас дом или квартира, и покрашены все откосы краской. Практически на каждом окне есть подоконник. Ну, если это, конечно, не мансардное окно, но у мансардных окон тоже есть свои недостатки, так как если, например, ну вот я видел на своем примере, если открыть окошко и оставить там, и пошел, например, дождь, то дождь может, если боковой ветер, забить немножко внутрь влагу, сделать какие-то потеки, капли, по-любому есть пыль, и эта пыль потом оставляет разводы и оставляет грязные потеки. Если бы это было окно покрыто венецианкой, то, например, у нас есть вот влажная тряпочка, сейчас я покажу, что тряпка влажная, вот видно, просто берем и протираем венецианку. То есть без либо каких последствий для венецианки, потому что она покрыта воском, а воск имеет гидрофобные, то есть влагоотталкивающие свойства. И никаких проблем не будет. То есть протерли и забыли. А краску нужно будет раз, там, не знаю, в какой-то там период, в зависимости от эксплуатации, нужно будет перекатывать, что часто приходится мне делать. Из-за этого я уже чаще и чаще советую заказчикам не красить откосы, а делать именно венецианку. Также и в местах вот здесь, где подоконник, когда протирать пыль на подоконнике, потом начинают на краске появляться грязные разводы. Это не очень удобно и не очень практично. И также у венецианки есть большой плюс, это немножко чуть-чуть, я бы сказал, с каким-то там процентом небольшим, размножает больше света. То есть попадание в квартиру больше солнечных лучей, и таким образом это в некотором случае это удобно. Вот. Ну, кому нравятся вот такие венецианочки на окнах, на откосах, ставьте лайки свои, пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. И до новых встреч. Всем пока.